С приходом сезона прогулок и пикников активизировались и насекомые. Павлодарцы стали чаще жаловаться на укусы клещей. В частности, страдают дети, говорят специалисты. С начала сезона в городские больницы обратилось больше 20 пострадавших. В прошлом году, согласно статистике, случаев укуса кровососущих было меньше. Врачи говорят, что это из-за ограничительных мер и пандемии. Они также добавляют, что в регионе обитают клещи, не переносчики энцефалита. Насекомые находятся в высоких зарослях, в дачных массивах, в зонах возле поймы реки.